Забаўляльная праграма і музычнае шоу «Гарадскі навагодні ранішнік» адбыўся ў Гомелі. Яго гасцямі сталі больш як 500 дзяцей, выдатнікаў вучобы, пераможцаў творчых конкурсаў, выхаванцаў шматдзетных, малазабяспечаных і няпоўных сем'яў. На дабрачыннае свята завітала Ганна Каральчук. Для масштабнага дзіцячага мерапрыемства гарадскі цэнтр культуры падзялілі на некалькі зон. Горад майстроў запрашаў маленькіх гамяльчан самастойна вырабіць навагоднія цацкі і паштоўкі. Машына часу дазволіла трапіць у мінулае і напісаць пасланні чарнілами. У парку навагодніх адкрыццяў і прыгод дзяцей чакала падарожжа ў свет навукі. Дзяўчынкам і хлопчыкам дэманстравалі розныя мадэлі і апараты, праводзілі хімічныя і фізічныя эксперыменты. Дзеткі смотрели то, как земля вращается вокруг солнца, почему луна на небе не всегда монета, а иногда серп, иногда половинка, иногда ее вообще не видно. Также детки еще посмотрели на образцы грунта с разных планет. Вот, например, с Меркурия, с Марса. Вот, например, образцы звездной пыли, самой настоящей. Вот это вот с красивой планеты с женским названием Венера. За правильные отказы у конкурсах и викторинах дети отрымливали фишки-бонусы, которые могли потом обменять на подарунки. Свято протягнулось на танцевальной пляцовце, где гостей чекала интерактивная забавляльная программа с уделом казачных героев. Я думаю, что на данном мероприятии я попала за счет участия в республиканском турнире «Я знаю». В том году я попала в суперфинал, в этом году что-то не получилось. Наверное, олимпиады по английскому языку и, возможно, конкурс искусства говорить тоже по английскому языку. Далее всех запросили у концертную залу. Там дети, которые у отдыходящем годе добились успеха в учебе, творчей и спортивной деятельности, отримали новогодние подарунки от старшини гарвыканкама Петра Кириченки. Он повиншивал гостей с надходящим святом и пожидал маленьким и дорослым жихарам Гомеля успехов у новом 2019 годе. Я хочу поздравить и наших детей в первую очередь, но не только, и взрослых. Все гомельчан, потому что праздник – это любимый и детьми, и взрослыми. Хочу пожелать нашим ребятам, чтобы в новом году их ожидали интересные путешествия, новые интересные встречи, конечно, новые верные друзья. И чтобы во всем им всегда сопутствовала удача и победа. И в учебе, и в творчестве, и в спорте. Но мы, взрослые, обязательно будем им в этом помогать. С новым наступающим годом! Пасля юных глядачы ўбачылі казачнае прадстаўленне з удзелам галоўных навагодніх герояў. Ганна Каральчук, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».